Здравствуйте, ребята! Минута срочных новостей. Вот-вот начнется кинофестиваль «Волшебный фонарь». В прошлом году молодежное жюри судило честно, справедливо, и каждая работа была оценена по достоинству. Но в этом году есть новые кандидаты, которые хотят испробовать себя в роли молодежного жюри. И ребята, которые отправили видеовизитки, были оценены по достоинству. И те, кто этого реально заслуживал, они получили свой шанс. И этими ребятами оказались Юля Бачурина, Стас Резадубов и Катя Нефедова. Новое жюри, между прочим, уже отправилось на межгалактический фестиваль «Волшебный фонарь». Давайте посмотрим, как это было.